На территории Дагестана продолжается борьба с распространением саранчевых вредителей. В рамках этой работы специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики побывали в Кочубейской зоне отгонного животноводства, где проинспектировали ход работы. Подробнее об этом расскажет Алина Багилова. Обработать землю важно как можно раньше, до того, как прожорливые насекомые захватят пастбище, уничтожат все на своем пути. Под угрозой может оказаться будущий урожай. Надо успеть, пока насекомые не встали на крыло. Тогда их уже будет очень сложно остановить. Сейчас обработку химикатами ведут с привлечением наземной техники. Идет отрождение саранчевых вредителей. Первое отрождение началось 30 апреля на 2-3 недели раньше, чем прошлые года, потому что теплая зима текущего года оказалась благоприятной для развития личинок саранчевых вредителей. На сегодняшний день обследовано всего на наличие саранчевых 118 тысяч гектаров. Из них более 18 тысяч гектаров заселено саранчевыми вредителями. Совместно с руководителями хозяйств специалисты Россельхозцентра проводят обследование на предмет заселенности саранчевыми вредителями. Все это потом согласовывается с Министерством сельского хозяйства, составляются графики для того, чтобы проводить оперативные обработки. И в таком ключе проводится работа. Химикатами уже обработано около 3000 гектаров из 118. Во время дождей и ветров химзащитные работы были временно приостановлены. От этой мелкой и безобидной, казалось бы, на вид марокканской саранчи страдают многие хозяйства. Марокканская саранча – один из самых злостных вредителей, обитающих на земле. От данного вида насекомых исходит особая опасность. И заключается она в том, что саранча научилась мутировать и противостоять воздействию ядов.